Привет, Туймазы, мы находимся сейчас на площадке, на футбольной площадке, где проходят соревнования по дворовому футболу. Друзья, начался напряженный матч. Сегодня играют команды, которые входят в четверку лидеров. Это команда Пыхтакор и команда Ливерпуль. Сегодня будет жесткая игра и есть на что посмотреть. Мы сейчас возьмем интервью у организатора именно этого мероприятия. Привет. Основной вопрос. Как пришла идея создания вот этих вот всех матчей, проведения этих матчей? Ну, идея пришла вообще 2 года назад. Она пришла двум людям, это Руслану Алишеру. Вот, мы уже через год подхватили ее. Думали, а что летом делать? А летом негде играть. И здесь вот замечательные площадки построили в 1-й, 8-й, 9-й школе. Ну и решили, почему бы и нет. Есть ворота, давайте сыграем. Нас люди поддержали. Собралось 13-14 команд. Ну, как видите сейчас. Как формируется команда у вас? Ну, команда формируется кто как может, по сути. В общем, у нас есть свой, конечно, регламент. Это в команде не более 17 человек. Вот, заявочка есть одна. Играем 2 круга. А участвуют только туймазинские команды или есть из Октябрьского, Кондров или еще дальше? Есть игроки, которые участвуют с Октябрьского, и есть вот отдельная команда, вот сейчас она играет Партизан, она с Нуркевичем Франкулов. Дальше планируете расширяться, чтобы это было, может быть, республиканские матчи? Ну, если честно, нужна спонсорская помощь, конечно же. А так, почему бы и нет? Поживем и увидим. Хотелось бы заметить всем предпринимателям на заметку, то есть это отличный вклад денег, я бы сказал. Да. Прям охота пожать руку, то, что всем этим занимаетесь. Я думаю, это все на таких добровольческих началах. Энтузиазм. Отлично, спасибо большое. Спасибо. На сегодняшнем матче присутствует немало зрителей. Я думаю, стоит взять интервью у одного из зрителей. Привет. Добрый день, как вам игра? Отличная игра, хорошая игра. Часто вы здесь бываете? Почти каждую игру прихожу. А с кого болеете? За Ливерпуль. Ну, я думаю, они могут еще отыграться, времени еще достаточно. Спасибо. Здорово! Добрый день! Здравствуйте! Приходите дальше, у меня сегодня нет настроения разговаривать. Ну а как вам игра? Поднимает настроение? Конечно! Ну, что моя команда вот до этого выиграла, вообще был супер. Ну отлично, желаю вашей команде победы. Спасибо. И вашей тоже. Спасибо. Друзья, с вами было первое интернет-телевидение Туй Сити. Подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайки. А с вами был Султан Абдулманов. Мы не прощаемся, мы говорим до новых выпусков!